Сегодня 26 декабря 2022 года. Вчера мы продлили свою визу еще на один месяц. И приехали отметить это дело на самый дальний пляж, который называется Бангсан. Мне этот пляж очень нравится, потому что он гигантский. Во-первых, он гигантский, необъятный. Во-вторых, здесь какой-то специфический прибой. Специфический океан. Вот смотрите, какой здесь прибой. Здесь вот каждая 14-я волна или какая там. Очень сильная. А? Да, начался уже отлив. На горизонте стоит катамаран парусный. Когда мы сюда пришли, он стоял под парусами, и паруса у него черного цвета. А вот сейчас он паруса убрал. Вот здесь надо звук записывать стереомикрофоном специальным, а потом слушать его дома тоскливыми зимними. О! Вот она. Вот такая волна здесь. Хотя вроде так вот на поверхности волна вроде такая длинная и небольшая, но вот почему-то бьет очень сильно. Очень хорошее место. Замечательный пляж. Вот он находится, да, в провинции Панга. Самый дальний пляж Каолака. Вот здесь уже практически нет ничего, ни отелей, ни людей, ничего. Но люди вот сегодня есть, а бывает, что вообще людей нет. Да. Вот такой вот пляж здесь. Шикарное место. Ну все, мы продолжаем свой отдых. Еще нам осталось 3 недели, может быть, даже продлим. Потом посмотрим.